Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Вот имеются такие книжечки. Помощь занимающимися по моей системе. Видите, все тут штемпсель мой. Вот этот знак, благодаря которому она, так сказать, хорошо продавалась. А это тут, знаете, остались уже, так сказать, единичные экземпляры. Главное, что все это издано в авторском исполнении, что немаловажно. Возможно, да. Вот все спрашивают, что там печатают, где там купить. Значит, книга печатания сворачивается. Мои книги уж точно печатать не будет ни одно издательство. Не знаю, что, что, почему. Хотя, давайте вот посмотрим, какой тираж у этого был издательства книги. Тираж 5000 экземпляров. Сейчас, дай бог, если 500 там отпечатают, да ну, никто там не будет печатать. И поэтому вы просто-напросто не надейтесь на то, что что-то там кто-то будет печатать. Прошло все это совсем. Как говорится, настали другие времена и другие интересы. Кстати, и вот эта вот книжечка «Помощь занимающимся», почему она так называется? Потому что были написаны «Целительные силы». И на целительные силы был огромный поток откликов в виде отзывов. Отзывов тех людей, которые прошли, у которых что-то получилось, у которых что-то не получилось, я там советовал. И вот так вот и родилась эта книга. Ну давайте, содержание книги, часть первая. Лечение самых разнообразных болезней методами естественного самоздоровления. Вот как раз большинство сейчас людей не заморачивается, что надо там почиститься, для чего там почиститься, оздоровить весь организм. И глядишь, те болячки, которые были, они просто-напросто исчезнут. И вот, какие там болезни были и что там с ними стало. Глазные болезни, диабет, изменение тканей и органов при сахарном диабете и осложнении. Желудочно-кишечные заболевания, желчные болезни, запор, зоб, зубы, кожные заболевания, легочные заболевания, почечные болезни, проктологические болезни, проблемы с суставами, ревматизм, сердечно-сосудистые заболевания, так. Специфические женские заболевания, потом мужские заболевания. Далее, часть вторая, благотворное влияние на организм человека, оздоровительных мероприятий, улучшение самочувствия, улучшение кожи, космический эффект, оздоровление, омоложение, психические заболевания, помогает или нет. Вопросы самооздоровления, вокруг уринотерапии, различные вопросы. То есть огромный труд был сделан людьми, ну и мной. Это в плане того, что я работал с вашими письмами, собирал их, не просто там прочитал да выбросил, а как-то обработал. Книга вторая, значит, как лечили онкологию. Так, и далее про онкологию, тут родинки и так далее, но есть специальная книга «Онкология». Кто-то. Так, книга третья «Опыт самооздоровления», то есть в ней люди пишут о том, как они оздоровлялись, что у них там получилось, с чем они столкнулись. Книга четвертая. Что есть человека? То есть эта глава посвящена паразитам. Далее, значит, и пошла сразу в четвертой книге. Часть первая. Материальные паразиты, симптомы на наличие паразитов, как можно заразиться. Очищение от паразитов, потом пошло. Глисты, грибок, слизь, полипы, дисбактериоз, инфекции, необычные паразиты. Часть вторая. Полевые паразиты. Так, отзывы о моих книгах. Это пятая книга. Для кого я пишу эти книги? Это книга пятая. Чудеса уринотерапии. Результаты уринотерапии. Опыт уринотерапии. Уринотерапия в семье. Уринотерапия в лечебных целях. В появлении совершенств, уринотерапии и животные даже. Часть вторая, опыт лечения, опыт оздоровления и заключение. И в частности, давайте, вот как мы с вами лечение различных заболеваний. Ну, допустим, глазные болезни. Книга первая, видите, все так это капитально сделано. Книга первая. Ну-ка, где тут у нас? Ага, идет введение. Так, распорядок дня. Тут еще даются эти самые различные советы.
отзывы о моих книгах, тут целый стишок есть, так, информационность моих книг. Это уже люди пишут, а я тут просто-напросто комментирую их уже отзывы. Отзыв врача, пожалуйста. Ну вот, давайте прочитаем отзыв врача. Прочитала все 4 тома целительных сил с восторгом и большим интересом. Вы очень талантливый и чистый внутренний человек. Иначе Господь не выбрал бы вас в качестве проводника его медицины на землю, людям. Господь через вас дает людям шанс. Еще один шанс выжить, очиститься внешне и внутренне, иначе жить так, как подобает человеку. И вот пошла. С детства я мечтала стать врачом. Я стремилась именно к такой медицине, о которой пишете вы. Это разные вещи. Одна медицина, медицине большая рознь. Можно лечить-лечить и, грубо говоря, и залечить. А можно человеку посоветовать, что делать, изменит образ жизни, кое-что там почистит, станет совершенно здоровым. Так. Но мне не доставало знаний. Мединститут мне их не давал, только появилась возможность поддерживать здоровье химией. Поддерживать, да. Какие-то коррекции делать, знаете, временно. А потом от химии еще там что-то, какие-то побочки будут. И вот я имею стаж работы врачом 18 лет. Несмотря на свой немалый возраст, я хочу перейти на новую для меня медицину, лечить людей так, как рекомендуете вы, отзыв врача. То есть люди порядочные, которые... Ну, вот, порядочность – это редкое такое качество внутреннее. Оно либо есть, либо его нету. Воспитывается она, ох, как с трудом. Так, развитие воли для борьбы со своими недугами. Вот такой вопрос. Как преодолеть вялость и безинициативность? Отвечаю на этот вопрос. И кто есть? Это тут, это уже, будем говорить, вот практика, мудрость народная, собрана на основании моих книг и вашей практики. Значит, глазные болезни. Вопрос. Я прочитал ваши книги, они вызвали у меня большой интерес. Мне 14 лет, так как у меня плохое зрение, хронический насморк, слабый иммунитет. Я решил серьезно заняться самолечением, самоздоровлением. Лучше так. Значит, что он тут делает? Что тут у него появляется? Сколько раз необходимо чистить печень в моем возрасте? Далее, следующее. Значит, исчезновение старческих симптомов, сахарный диабет, катаракта, подагра, геморрой, расширение вен, ног, экзема и астма. Немножечко прочитаю. Уринотерапией занимаюсь 4-й год и сообщаю вам, какие результаты я получила. Ушел шум из головы, стала слышать на левое ухо, перестали мерзнуть ноги и расправились на них пальцы, на руках и на ногах. Вышли камни из желчного пузыря, 3 месяца шел песок, была опухоль в коленях. Прошла. Мою глаза стала проходить катаракта. Ходила к врачу. Он сказал, что у меня уже практически нет катаракты. Почти прошла подагра. Я врачам ничего не говорю, потому что они не верят, что я вылечила у себя сахарный диабет. Сахара нет ни в крови, ни в моче. Доктор меня хвалит, что я придерживаюсь диеты. Но я ей не признаю, что пью урину. И так далее, так далее, так далее. И вот смотрите, видите, вот толщина этой книги. Толщина этой книги на вот, 720 страниц. Той информации, вот, которая вам нужна, вот, чтобы узнать, вот примерно с такими заболеваниями были люди, а что они делали, а что у них получилось и так далее. То есть вот эту книжечку вы можете получить по ссылочке. Ссылочку я, значит, прикрепляю к описанию. Есть этот видосик. Да?